Готово? Прошло 3 месяца, и мы наконец завершили проект, о котором я долго мечтал. Я хотел давно реализовать молнии Лихтенберга, я давно хотел сделать умный стол с эпоксидной смолой и из натурального слэма. И вот сегодня я готов вам его представить. Мы сделали стол N1, это натуральный слэп рогача. Применили здесь молнии Лихтенберга, это когда током выбиваются по древесине молнии и заливаются эпоксидной смолой. Этот стол в размере 160 на 80. Здесь встроена Яндекс Алиса, колонки, подсветка, держатель для телефона, USB-хаб с зарядными платами и также регулируемое подстолье компании Linak, которое мы возим с Европы. Скажу честно, я очень доволен этим проектом. У нас здесь реализовано максимально то, что я хотел. Стол получился очень красивый. Я думаю, что на данный момент такого стола ни у кого нету. Наша компания реализует такие проекты постоянно, и мы готовы открывать что-то для себя новое. И я уверен, что совсем скоро мы расскажем вам о еще каких-то навороченных суперкрутых столах. Ау!